Теперь обо всем по порядку. Кадровые назначения. В Таиншинском районе новый руководитель. Распоряжение об этом подписал аким области Ерик Султанов после согласования с администрацией президента. Ержана Имансляма активу района представил глава региона. Репортаж Кристины Горбаченко. Диалог с таиншинцами глава региона начал с новостей. Ерик Султанов представил активу нового акима Таиншинского района Ержана Имансляма. Его кандидатура согласована с администрацией президента Республики Казахстан. Поддержали ее и депутаты районного маслихата. Ержан Имансляма 1982 года рождения, родился в селе Качиры Павлодарской области. Окончил Институт правоведения, международных отношений, инновационный евразийский университет по специальности юриспруденция, экономика и бизнес. Но еще имеет сельскохозяйственное образование. С июля 2014 года по настоящему назначению занимал должность руководителя отдела развития промышленности и недропользования Управления индустриально-инновационного развития области. Как видите, он обладает необходимыми профессиональными знаниями, имеет практический опыт государственного управления как районным, так и на областном уровне. Перед новым руководителем района глава региона обозначил направления, по которым необходимо активизировать работу. Сейчас задача номер один – завершить в срок посевную кампанию. Вместе с этим Ерик Султанов поручил развивать агропромышленный комплекс, предпринимательство, привлекать инвесторов, обеспечивать население питьевой водой и достойной заработной платой, решать социальные вопросы сельчан. Своевременное пополнение и освоение бюджета. По итогам первого квартала текущего года исполнение доходной части бюджета в районе выполнено всего на 80%. Понимаете, какие огромные резервы. Вновь назначенный аким района Ержан Имансляма пообещал, что приложит все усилия для плодотворной и результативной работы. Уважаемый Ерик Хамзинович, спасибо за высокое оказанное доверие. Думаю, все поставленные вами задачи выполнены. Думаю, Таиншинский район будет активно участвовать во всех реформах, проводимых в нашем государстве. Экс-аким района Серик Салтыков поблагодарил таиншинцев за совместную работу. Теперь он будет трудиться в канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. А сами таиншинцы на встрече говорили о готовности трудиться на благо своего района. Аким области пожелал сельчанам успехов и выразил надежду, что в ближайшей перспективе социально-экономические показатели района улучшатся. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК.